пожалуй, по-другому и не получится. Нужно как-то около плиток пройтись. Забыл сказать, что нужно положить там тряпочку большую, иначе пыль вся сядет в комнате. Очень просто. Удачный вариант. Здесь вот еще допилить надо будет. Вот. Как прекрасно. Как прекрасен этот мир. Тщательно очищаем место заливки. Кому не жалко, может использовать пылесос, особенно новый. Смачиваю поверхность контакта. Пусть немножко впитает. Пока буду замешивать клей. Специалисты посмотрят и скажут, мужик херней занимается. Может быть, на своих ошибках учатся только дураки. Я сначала займу немного клея, чтобы устранить, замазать те пустоты, которые у соседней плитки есть. Ковельни всякие. Конечно, некачественно было сделано. Но надо быстренько, потому что клей работает, если инструкцию читать 20 минут, поэтому